А, даже больше могу сказать, Прага. Там есть мост, это знаменитый Карлов мост. Мне как-то сказали. Там определенная процедура, там рукой надо поезжаться за собачку левой руки, там посмотреть туда-то, туда-то, подумать только о хорошем и загадать желание, но обязательно сбудется. То есть, я первый раз поехал в Прагу в 2010-м, загадал желание выиграть браслет. В 2011-м я выиграл. То есть поехал в Прагу в 2011-м, загадал желание выиграть еще один браслет. В 2012-м выиграл. Сказал, в 2013-м я не скажу, что загадал, оно сбылось. Потому что в 2014-м оно пока не сбылось. Ребята, значит, вылетаем срочно. У меня есть вопросы к этому мосту. Ha ha ha!